Всем добрый день. Я сегодня получил очередное письмо с аукциона и этим пополнил еще свою коллекцию банкнот. Рассмотрим, какие банкноты в этот раз мне поступили и их стоимость. В основном это банкноты недорогие и стран СНГ. Первая банкнота 5 сом, Кыргызстан. Она синего цвета. Такая довольно большая. 97 года. Раньше у меня такой банкноты не было. И по стране Кыргызстану это пополнение у меня. Стоимость ее 1 американский доллар. Следующая банкнота тоже киргизской. Кыргызстан 10 сом. 97 года, она уже зеленого цвета, серия ВН. Вот у нее зеленый знак. По цене она мне обошлась в 2 американских доллара. И тоже пополнит коллекцию состояния унц. Это уже две банкноты Киргизии. И перекупил еще дополнительно 10 тиын Киргизстан в состоянии унце, потому что предыдущая банкнота мне пришла не в состоянии унц. За эту заплатил полдоллара. Она довольно приличная. 10 тиын это как у нас копейки, то у них были тиыны. И четвертая банкнота на сегодня это 25 драм Армения 93 года. Стоимость 1 доллар 25 центов. Она имеет оранжевый цвет. Это первые деньги Армении. Были выпущены в 93 году. Такое у нас сегодня пополнение коллекции. Всем приятного коллекционирования и до новых встреч!